Как поставить пиксель на TabLink? Вначале создадим пиксель, заходим в Events Manager. Так, здесь у нас еще нет новых пикселей. Мы вот здесь вот подключаем источник данных, выбираем интернет, подключить, пиксель Facebook, подключить, продолжаем, принимаем данные. Так, название пикселя TabLink. Пиксель, так. Так, TabLink, копируем, дальше вставляем все, наш пиксель создан. Партнерскую выбирать не будем. Вот, теперь копируем ID этого пикселя вот сюда, чтобы вставить его в TabLink. В TabLink выбираем настройки. Опять же скажу, что это возможно только на тарифе Pro. Вставляем вот сюда. То есть вот скопированный пиксель вот здесь вот. И скопированный пиксель вот здесь вот. Это одно и то же. Теперь мы подтверждаем. Сохраняем изменения, и все, наш пиксель поставим. Теперь мы можем это проверить вот здесь, вот Facebook Pixel Helper. Он помогает проверить. Значит, пиксель активен.